побываем в небольшой подмосковной деревне, название которой, тем не менее, известно и в России, и за рубежом. Так прославилась деревня Жостово благодаря своему традиционному промыслу с почти двухвековой историей. В музее при Жостовской фабрике декоративной росписи собраны образцы живописи, которая представляет собой значительное и оригинальное явление в русском декоративно-прикладном искусстве. Сегодня мы окунемся в волнующий мир цветочных букетов и насладимся многообразием красок. Жостово относится к русским лакам. Русские лаки появились в 17 веке, и пришли они к нам с Востока, Японии, Китай, и из Европы, которые путешествовали уже в Китай и Японию. Это Англия, Германия, Франция и Западная Европа. То есть можно даже начать с Петра, который поехал с Великим посольством в Европу и впервые увидел лаковые произведения, которые уже немножко были адаптированы к европейскому вкусу. То есть Петр увидел, ему это понравилось, он привез все это в Петербург, выписал иностранных мастеров европейских учить наших мастеров лакирному делу. И мы даже сейчас знаем, что во многих дворцах петровского времени существуют лаковые комнаты, где представлены эти первые лаковые изделия, выполненные в России. И вот с тех пор и идет развитие русского лакового искусства. По легенде, основателями традиционного русского промысла стали бывшие крепостные крестьяне графа Шереметьева. Свободу они получили за заслуги перед графом в декораторском оформлении его дворцов. Поселились бывшие крепостные на землях Шереметьева в данной местности. А вскоре почти в каждой из местных деревень, в том числе и в Жостово, появились мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий. 1825 год упоминается в рукописях. Сначала ведь в Федоскине тоже была роспись. Расписывали на папье-маше различную утварь, шкатулки, подсигарницы, пудреницы. И все это продавалось в Москве, было подспорьем к какому-то сельскому хозяйству. Также и в Жостове стали расписывать вот какую-то мелочевку. Поднос не сразу пришел вот под роспись. Постепенно, пока и вот один вот династия Вишняковых, видим вывеску нашу. Осип Вишняков поехал вот на Нижегородскую ярмарку, и что он там увидел? Он там увидел поднос. Оказывается, мы-то пока расписывали какую-то мелочь, а там уже шла роспись на подносах. Это Нижний Тагил. Уже там металлургические заводы, и там вот началась вот такая вот роспись. Он оттуда эту идею привез, и вот какие-то артели были организованы, и уже стали расписывать. Роспись у нас пошла на металле. Первые мастерские представляли собой обыкновенные частные избы. Однако в каждой из них изделия проходили весь цикл производства – от заготовки до продажи. И участвовали в этом процессе люди множества профессий. Заготовщики, шпаклевщики, отделочники, художники, лакировщики, продавцы. Однако самой редкой и потому востребованной во все времена была профессия ковеля. Здесь представлены какие-то молотки, да, ковалешка, что это такое. Просто есть заготовки, которые штампуются, а есть заготовки, которые делаются вручную. Берется лист железа, вычерчивается острым каким-то предметом вот лекала вот эти различные формы. Их можно придумывать до бесконечности. Если у нас штампованных подносов где-то 30 наименований, и все, 31-го не будет, потому что нет штампа. А здесь мы до бесконечности можем придумывать различные формы. И вот из листа железа делается склепочка, допустим, вот такой заготовочки, и они вместе соединяются, и идет удар по железу, по металлу, тянется железо. Вы знаете, это очень трудоемко, очень кропотливо, но стоит того, что можно такие изящные сделать заготовки, и действительно здесь заложена душа ковеля, вот, и эти работы в основном в кованых подносах можно увидеть на выставках. Каждая подмосковная мастерская старалась найти своего покупателя. Одни специализировались на недорогих, но многочисленных заказах от крестьян.
Другие работали на представителей среднего класса, купцов, или на трактиры. Третьи выполняли высокооплачиваемые заказы для интерьеров дворцов представителей высшего общества. Искала своих покупателей и жостовская мастерская. Пути этого поиска можно проследить по разнообразию размеров, форм и видов росписи на старинных подносах. Например, вот этот поднос, украшенный перламутром, абсолютно точно был изготовлен для одного из богатых домов Москвы. В 17 году происходит Октябрьская революция, и мастерские начинают постепенно закрываться. Гражданская война, мастера уходят на фронт, погибают. Но каждый раз, приходя в деревню, они брались за кисть. Писать цветы. НЭП, новая экономическая политика, открывается много разных заведений, можно открывать свои частные предприятия, можно быть частником. Конечно, это опять всплеск развития каких-то таких промыслов, чего-то интересного, это можно продавать, можно покупать. И вот во время НЭП тоже проходит небольшой всплеск развития жостовского промысла. Наверное, это тоже дало такой толчок немножко, что мы оставили мастеров, которые учились еще у мастеров XIX века и работали в начале XX. То есть вот эта вот такая опять преемственность ничем не прервалась. То есть эти же люди плавно перешли в XX век. Перешли в 20 век, соответственно, и уже сложившиеся традиции жостовской росписи, основным мотивом которой стал цветочный букет. В самобытном искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение формы цветов сочетается с декоративностью цветового решения. Мастерские в 30-м году перестали существовать, и все художники, которые работали в разных мастерских в данной местности, организуются в артель. В артель металлоподнос. Их артелей было несколько, в нескольких деревнях. Но главная такая артель была здесь, в Жостове. И вот эти вот артельщики начинают строить фабрику. Фабрику как производство, как строят корпус. То есть выбирают высокое, красивое место на краю деревни. И строят из красного кирпича по замечательному проекту огромные здание, пока одноэтажное, с большим цехом для живописцев. Это такой получился корабль с огромными окнами, с огромным светом, с заготовительными участками, с участками лакировки, с участками всех-всех служб, упаковки и всего прочего. И с 30-го года появляется вот артель металлоподнос в Жостове. И артель уже это предтеча такой вот фабрики. В 1941 году почти все артельщики ушли на фронт, многие из них погибли. Традиции жостовской росписи издревле передавались по наследству, от отца к сыну. Если до войны на производстве работали в основном мужчины, то после войны ситуация коренным образом изменилась. В деревне осталось несколько стариков, которые передали свои знания новому, женскому поколению артельщиков. Как оказалось, передали в надежные руки. Вот здесь вот можно видеть такой подносик необычный. Это ракушечка. Это очень старая форма подноса. Вот. И, значит, для чего вот эта вот выпуклость? Это, конечно, кованый поднос, сделанный руками, руками коваля. Для того, чтобы я могла вот так подбочениться, вот взять вот так и что-то подносить к столу. Очень-очень удобно. Вот. И сразу я вспомнила, что этот поднос такой старинный. И вы знаете, как вот так вот я тоже в семье слышала, как раньше подносы, прежде чем купить, хозяин покупал в артели, в той же и в нашей. Он сразу не возьмет. Он сначала что делал? Он на поднос плескал кипятка. Плеснет кипяток, как лак выдерживает, все хорошо, не повело, тогда, значит, он берет какую-то определенную вот подносов количество для своего кабака или там что-то, какого-то заведения. В жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров народного промысла. Они бережно сохраняют исключительные вековые традиции и преемственность. На подносах разных десятилетий и даже столетий легко эту преемственность разглядеть.
Мастера учатся друг у друга, берут удачные находки коллег на вооружение. Между тем, копии в Жостово никогда не делаются. Каждый поднос оригинален. Артель в свое время за свои деньги, то есть это деньги работников этой артели, надстроила второй этаж. Это вообще замечательнейшее опять по архитектуре, по своему светоносности, сколько там было света, сколько там было площади. Замечательно, огромная художественная мастерская, в которой помещалось 150 человек. И вот все это такие воспоминания, как в одном огромном зале с огромным светом сидело 150 человек и писали подносы. Было очень так здорово, интересно. Ну, многим это не нравилось, конечно, что вот очень много людей в одном месте. Вот эта вот общность людей, хотя их было 150, они друг у друга учились, друг другу передавали. Можно было пройти по цеху, посмотреть, кто что делает. То есть в одном углу, в другом, в одном краю. Ведущие мастера сидели в разных местах. И вот вокруг этих ведущих мастеров группировались такие группы, которые вот тяготели к ним. То есть были свои такие вот интересы, были даже свои традиции в каждом таком локальном месте. Жостовские мастера – это целая династия прекрасных художников. Здесь нередко можно услышать такие фамилии, как Гогины, Можаевы, Митрофановы, Беляевы, Гончаровы. У каждой семьи своя история. Например, Нина Николаевна Гончарова променяла карьеру танцовщицы и жизнь в Румынии на жостовский промысел и жизнь в родной деревне. Здесь она стала одним из лучших художников, гордостью Жостова. А еще воспитала себе достойную смену – дочь Ларису. Таких человеческих историй здесь можно услышать множество. И это придает музею особую душевность. Это вот поднос тоже мне очень дорог. Это поднос моей крестной, Пичугиной Надежды Александровны. Посмотрите тоже, какая правильная форма цветов. Как все здесь насыщено. Ну, каждый цветок на своем месте, каждый бутон тоже на своем месте. Какой богатейший орнамент. Сама заготовка подноса. Вы знаете, тоже хочу перед ней поклониться, потому что она мне многое дала. Вот в нашей росписи, когда я пришла с Федоскина на практику и села к ней вот рядышком за ее стол, она успевала делать план, тогда еще был план, нужно вот определенное количество сделать подносов, и уделяла мне внимание. И я ее слушала и смотрела, как она кисть оправляет, как она краску разводит. И я, наверное, за месяц научилась, когда сидела у нее за столом, больше, чем за 3 года в Федоскино. Но поверьте, это так. И дипломную работу после практики я уже сделала совершенно по-другому. Это вот благодаря Пичугиной Надежде Александровне. Это вот моя крестная. И у нас многие, вы знаете, так, вот сидели за одним столом. Значит, муж с женой, мама с 2 сыновьями, дочка с мамой тоже, вот, тоже это какие-то наши традиции, наши династии. И хотелось, чтобы дальше у нас все так продолжалось. Официально фабрика существует с 1960 года. Жизнь фабрики неразрывно связана с жизнями жителей деревни Жостово. Все они с детства пропитаны лаками, маслами и красками, шутит Нина Николаевна. История нашей страны отразилась на фабрике, а соответственно и на судьбах людей. Произошел такой момент, как развал Советского Союза. Конечно, это был огромный рынок в Советском Союзе. Мы не будем забывать, что было 15 союзных республик, особенно там взять республики Средней Азии, которые с их традициями чаепития, то есть они покупали очень много подносов. То есть рынок был такой большой для именно одной жостовской фабрики. Здесь, я еще раз напоминаю, работало 150 человек живописцев. И каждый месяц, то есть, эта продукция расходилась и раскупалась. Даже был такой, как мы знаем, было плановое хозяйство. У нас был план, на сколько подносов, какого ассортимента, какого размера мы должны сделать в данный месяц. Работали, выполняли и перевыполняли. И все это продавалось. Но с развалом Советского Союза Россия резко уменьшается, то есть, вернее, вот, становится просто Россия. Среднеазиатские республики и республики остальные перестают
покупать наши изделия. То есть мы стали работать только на одну Российскую Федерацию. Естественно, что спрос сразу резко упал. Нам пришлось сокращать. Даже не сокращать, то есть художники сами разошлись, каждый начал искать свое место в жизни. Сейчас на Шостовской фабрике работает всего 40 художников. Зато все они – профессионалы своего дела и патриоты родного края. Это именитые мастера, которые участвуют в выставках и получают почетные звания. Но при этом остаются художниками народного искусства. Если мы здесь вот посмотрим стеночку, сразу в глаза бросаются вот эти кругленькие подносики. Видите? Птички. А если поближе посмотреть, то все птички разные. Все веточки, листочки, все разное. Это Литков Вячеслав Иванович. Тоже наш очень и очень уважаемый и заслуженный художник. Ему уже где-то за 70. Но вы знаете, мне кажется, что он с возрастом еще пишет еще лучше, еще даже видит лучше. Ведь посмотрите, какие все проработки у него. А вы знаете, где вот это, он все вот эту основу берет? Я думаю, что в природе. Потому что я часто его вижу, как он идет по деревне с двумя собаками. Они его вот так вот тащат. А куда он идет? Он идет в лес. Для того, чтобы вот что-то посмотреть, взять от природы. Потому что мы без природы никуда. Мы обязательно должны подпитку иметь. Вот так же, как он идет в лес, а мы с огорода несем, которые цветы у нас расцвели, мы несем в мастерскую их и ставим, и где-то смотрим, что-то берем на заметку. Потому что обязательно должна быть вот такая подпитка. Мы должны видеть красоту, мы должны видеть прекрасное, потому что эту красоту мы несем людям. Жостовские подносы – это не только изображение цветочных букетов. На подносах часто можно увидеть целые картины с фруктами и ягодами, птицами и насекомыми, людьми и животными, сказочными и традиционно русскими сюжетами, орнаментами и пейзажами. Конечно, на все существует мода. То есть это не, ну как мы носим разную одежду. То есть то, что носили в 19 веке, и то, что носят сейчас, она, конечно, между собой разнится. То же самое произошло и с народным искусством. То есть мы, конечно, делаем вещи утилитарные в основном, то есть для кухонь, для украшения жилья человека. И видим, как меняется само среда обитания людей. То есть появляются, если раньше были там частные дома, то сейчас появляются квартиры. Из квартир люди переезжают опять в частные особняки. И меняется вкус, меняется спрос. Но мы не меняем свою традицию, свою школу. Это самое главное, на страже чего мы стоим. То есть мы не изменяем себе как в виде искусства. То есть мы уже достигли пика, что нас признали настоящим искусством. И у нас в стране, и в мире. То есть если мы кому-то покажем настоящее Жостово, он скажет, да, это Жостово. Это не что-то там, не самодеятельность, не просто там какой-то взял и цветочек нарисовал. У нас есть свои традиции, есть свои каноны, есть своя школа. То есть вот это самое главное, что мы хотим сохранить. И вот с этим, вот с этой основой мы стараемся работать на наших рынках. Со времен первых мастерских жостовские художники старались оставлять подносы, достойные подражания. Они были эталонами качества работы для последующих поколений мастеров. Многие такие подносы, к сожалению, не сохранились. Виной тому революции, войны и другие внешние факторы. Но все же до наших дней дошли некоторые образцы прошлых столетий и десятилетий. Именно с них началось формирование музея, который вначале так и назывался – «Комната образцов». Ну, конечно, с каждым годом становилось больше выставок. Фабрика особенно участвовала во многих художественных выставках, и международных, и всероссийских, и всесоюзных выставках. И с этих выставок все время оставляли для вот себя какие-то вещи, которые мы здесь видим в нашем музее. То есть про каждый поднос можно сказать, что он участвовал в такой-то известной выставке, в такой, в такой, в такой. Плюс еще это мастера. Конечно, иногда у нас были мастера, которые не очень любили показывать себя, что такое выставка. Это надо поехать, пройти выставком, то есть какое-то усилие принять.
Для многих это было слишком, может быть, сложно, что-то такое. Но все же видели, что замечательный мастер, замечательный такой вот талантливый человек, талантливый живописец. И на фабричных художественных советах проходило то, что эти работы оставляли. То есть, а на фабрике тогда художественный совет проходили каждый месяц, и каждый месяц можно было, ну, не оставляли, но выбирали то, что необходимо для музея, Жостовского музея. И вот на базе вот этих вот художественных советов, оставшихся работ, создался наш музей. Обязательная часть экскурсии по музею – мастер-класс. В специально оборудованном помещении всех желающих ждут одноразовые фартуки, беличьи кисточки, палитры с масляными красками и, конечно, подносы. Жостовская роспись выполняется в два этапа. Первый этап письма называется «Замалевкой». В замалевке мастер широкой кистью набрасывает композицию букета на рабочей поверхности подноса. Роспись ведется без предварительного рисунка, плотными, несколько разбавленными красками, одновременно на нескольких подносах. Создавая букет, художник вращает поднос, как бы подставляя под кисть нужный участок его поверхности. При этом мастер следит за красотой и выразительностью силуэтов цветов, бутонов и листьев, за ритмичным расположением красочных пятен, за соотношением масштаба росписи и фона подносов. Замалевок сушится в сушильных шкафах в течение 12 часов при определенной температуре. А на следующий день начинается второй этап росписи – выправка. Она состоит из серии следующих одна за другой операций – тенюшка, прокладка, бликовка, чертежка, посадка семенцов и перевязка. Для новичка это довольно долговременная работа. До конца с ней справиться сегодня мне так не удалось.